ниже под весами расположен смеситель двухвальный. Туда ссыпаются инертные материалы, мелкий заполнитель, и битум сливается. Так студентов технического вуза, будущих дорожников, знакомят с процессом производства асфальтобетонных смесей и битумным хозяйством. На одном из барнаульских заводов ребятам провели ознакомительную экскурсию, показали испытательную лабораторию и оборудование. Дальше непосредственно в поле. Есть погрешности, там 20, можно выше чуть поднять, 21. Ну, там, есть допуски. Ну да, там допуски до 5, до 5 промиль, плюс-минус, то есть туда-сюда можно. А так ведут дорожно-строительные работы по расширению дороги до 4 полос на Чуйском тракте. Капитальный ремонт идет в Косихинском районе на 3 участках федеральной автодороги, общая протяженность которых 24 километра. Если говорить о конкретно этом участке, это у нас участок 200 километров, 234-243. Протяженность участка 8,6 километров. Будет выполнено 2 транспортные развязки в одном уровне, так называемые отнесенные левые повороты, которые обеспечат возможность разворота и в том числе не будут препятствовать никак транзитному транспортному движению, которое займет основные полосы. Готовность объекта уже больше 60%. Дорогу восстанавливают по современным стандартам безопасности, чтобы она выдерживала большие нагрузки. Укладка асфальтобетона, оснований, монтаж труб, искусственных сооружений. Работы на самом деле очень много, все перечислять не буду, но в данный момент мы присутствуем на укладке асфальтобетонного покрытия. Другие объекты также находятся в высокой степени готовности. Между тем студенты оценили информативность экскурсии. Мне очень нравится, потому что я учусь вот на строительно-технологическом факультете и, соответственно, на строительство автомобильных дорог. И хочу продолжать этим заниматься в дальнейшем, поэтому мне очень нравится. На вопросы, которые задаем, отвечают максимально подробно, понятно. Наконец-то выпала такая возможность посмотреть на практике то, что мы учим на теории. Ежегодно по Чуйскому тракту проезжают сотни тысяч автомобилей. И главная цель работ, конечно, повышение пропускной способности и безопасности дорожного движения. По плану, 2 участка дороги должны закончить к ноябрю 2024 года. И еще один в 2026. Однако подрядчик планирует завершить работы раньше срока. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.